Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон и Гортик. И в сегодняшнем ролике мы, конечно, как всегда, будем играть в игру под названием Roblox в режиме Карди Шип Тайкон в Роблоксе. Со мной сегодня вот этот человек, который крутится вокруг своей оси 300 тысяч. Бау. Ладно, это Гортик. Это я, да. Всем привет. Привет, еще барагнул. Ладно, мы сегодня... Ладно. Сегодня будет у нас обзор такие вот... Астоматианы. Как там? Тот же... Нет, не... Мустанг. Мустанг. Форт Хорс. То есть, форт лошадка. Люди по-русски. Моя форт лошадка такая... Ой. Вы ничего не слышали, подписчики? Это новый проект. Из Мобави. Так вот, где Айрон монтирует ролики для нас, для вас. Да ё-мо, подождите, ребят. Я тоже там монтирую. Ой, я вообще не на эту гонку случайно прилип. Я не мелкий, я не дрыщ. И подписчик. И подписчика 100... Нормально то, что Давай, вроде... ты где? Я тебя жду. Я это возле этой Чего, улицы. Ро. Короче, Форт Хорс. Скорость у него 265, управляем 7-1, привод РВД, награда $60, цена за милю 2070. Скорость у него $162 и 500. Ой, $162. Характеристики моей машины. $42. Скорость 209, управляемая 6,7, привод РВД, награда 55, цена за милю 2470. И стоит она $60 000. Там ввел один кодик, и все, эта машина твоя. Mm-hmm. Она очень красивая, кстати. Вот, кстати, предпочтение мне реально кажется, больше я предпочитаю вот этот полицейский, мне больше нравится он. И он, кстати, тачка проехала за 12 секунд и 117 миллисекунд. Посмотрите, сколько мы сегодня гонок сыграли. Да, кстати, 133 скорость у нее было. Ну да. Ну, слушай, все же отпуск, нам нужно снимать ролики для этого. Так что... Если что, отпуск у Айрона, а не у меня, и почему-то я снимаю за него. В смысле, офигел? Я на свой канал тоже снимаю. То есть, вы понимаете, пока я там, пока вы будете смотреть мои ролики, вы знаете, я буду попивать коктейльчик в Средиземноморье, понимаете? Прикинь, там all inclusive. У меня резко флешбэкнуло кислородные коктейли, флешбэкнуло. Знаешь, там, типа, ну, конечно, там, ну, не будем, конечно, про деньги. Там all inclusive, чисто я могу хоть 30 мороженых себе взять и есть чисто. Я всегда мечтал, типа, сколько угодно брать мороженых, и вообще ничего себе не отказывать. О, кстати, мы в каждом ролике реально о еде говорим. То мороженое, то блинчики, то пельмешки, то еще что-то. То это неженка, то сырнички. Сегодня про мороженое поговорим. Ну, слушай, ты вообще какой-то медленный. Но, походу, Ford GT вообще во всем выиграет сегодня. Полицейский. Да. Я не мелкий, я не дрянь. Мне интересно, сколько за 30 секунд, где она выйдет. Ну, то есть... 27, 28, 29. Ну, мы заехали, так сказать, только наверх. Я, пока мы снимали видео, нафармил 3 миллиона. Понимаю. Ну, я тоже, кстати, немало. Я накопил примерно лямов так 4. Да, ну, 3. 3-4. У меня 411 уже, ничего себе. Ну, я уже давно окупил те тачки, которые за 17 миллионов. Это Феррари... Я тоже окупил уже. Угу. Я тоже окупил. Кстати, у тебя было только 110, уже 118. Чё? Какого? Чёрта. Чё тащи какой-то долгий? Я даже вот врезаться успел, понимаешь? Ты где? Ты про деньги говорил мне недавно, 110 было? Да. Ну, я чуть-чуть фармлюсь потихоньку, полигоньку. Так, одна минута 22 секунды и 9 миллисекунд. Я ж коплю 260 миллионов, чтобы все купить. Угу. Чтобы у тебя 200 лямов осталось, да? Да. Угу. Так, поехали на гору. Поехали. Кто не последний, на гору, а на гору.
Кто последний, тот лох. Отлично вообще. Сейчас я возьму абсолют. И все. Да я все равно быстрее тебя. Хоть бери абсолют. Мне все равно. Не, я не буду абсолют брать. Я лучше своим трудом залезу. Ага, я вижу, как ты там лезешь. Походу, Гордик уже лох. Потому что, Гордик, ты слишком долго... 119 миллионов. 119. Также Айрон, у которого 411 миллионов. Да, это в комментариях писали. Да-да-да, реально. А-а-а, ненавижу комментаторов. А что ты которые отвечаешь? Всегда к чему-то... Ты, это самое, отвечалка. Слышишь, что у тебя отвечалка не выросла еще, чтобы отвечать на мои комментарии. Нет, они просто там они вот так Гортик, пишут, ты типа, понимаешь, вот почему у тебя нету людей, потому что это... у тебя ни Дискорд сервер, ни Телеграма, ну, это... Ну, хотя бы у Дискорд... У тебя в Телеграме 8 человек, учитывая 10 моих аккаунтов. Фига тебе 10 моих аккаунтов. Дурачок. Да, 10. Телеграм нужен для того... Я не буду вести его, вести... Я буду вести это, Дискорд-сервер. Мне Телеграм нафиг не сдался. Он максимум для того, чтобы если у нас там, ну, к примеру, там вот сервер взломают, и тогда я смог бы, ну, сказать... Не терять контакт с моими друзьями из Ютуба. Например, там Рома, тот же Гордик. Вот. Он не ради того, чтобы там так люди... У меня есть твой контакт. У меня есть твой контакт. Да ладно. Есть твой контакт. Ой, дурак! Дурак, дурак, дурак. Нет! Какого твою мать? Не, я все равно бы приехал первый, Гордик. Ну, ты сам понимаешь. Это понятно. По максимальной скорости. Мне кажется, что ты меня обгонишь. Мне кажется, что ты меня в конце обгонишь все равно. Сколько ты едешь? Ты где? 160 км. 10 лечу. Ты где? На повороте там уже? Я да? Все, я приехал. Зашибись. Ну да я же говорил, я тебе все равно бы не тогда. Я даже на Кёнигсе абсолют, я думаю, не тогда. Так, и мы проезжаем за минуту, 8 секунд и 7 миллисекунд. Ну, примерно, если так посчитать, если бы я бы не вылетел, ну, ты за меньше минуты, я, наверное, за 50-51 секунду, я думаю, проехал бы в этот Форд. Мне кажется, за 49. Не-не, слишком быстро. Он не мог бы так. Ладно, поехали на трак. Ты уже там или нет? Я еду. В каком месте ты едешь? Я еду. Что-то вообще какой-то медленный в последнее время. Да, как? Потому что потому. Потому ну, понимаешь, что актив... У меня раньше был актив, как у Bugatti 300+. А сейчас у меня актив, как у этой вот Мустанга. Понимаешь? Вот такая жизнь. Не мы такие. Что я сейчас сказал? Что я сейчас сказал? Тебе. О, смотри, это... Мне, короче, это... комментарий от человека майора. Ура, мне вернули интернет, ура. Айрон, ты супер. И снова обнул 402 ляма, как раньше. А я вот не могу вернуть снова 60 лямов. Ну, и дальше продолжение. Типа, поставьте лайк Айрону заранее. И еще внизу... кто хочет читать, дай бог тому здоровья. И еще в конце. Городик, тебя привет, спасибо, что любишь. Тебе привет передали, Городик. Там еще сердечко есть. Круто. Прикинь, даже мои подписчики тебе привет передают. Я так рад этому. А твои нет. Короче, за 36 секунд и 3 миллисекунды проехала тачка. Чё могу сказать? Нам всем спасибо за просмотр. Нет, нет, стой, стой, стой. Подведение итогов ты забыл. По редкости мы не будем считать, потому что это одинаковые тачки, которые могут купить каждый, так что, ну, можем добавить по однёрочке, так сказать. А, нет, ладно, пофиг, без этого будем. По внешке
Ну, я так смотрю, в принципе, не знаю. Ой, ой. Это что? Не знаю, больше мне нравится, конечно, Это я. Форд, вот такой вот полицейский. У меня больше ассоциируются вот такие вот Форд Мустанги с полицией. Я отдаю предпочтение к Форду этому. И по характеристикам Форд полицейский тоже выигрывает. Я думаю, в этой Да. битве выиграл Но... Форд полицейский. Как считаешь? Согласен, согласен. Полностью с тобой согласен. Спасибо, коллега. Ладно, всем спасибо за Но, просмотр. Вот у нас да. будет видеоролик. Но Надеюсь, вам был... понравился. И вы Да. не забыли поставить лайк и подписаться на наш канал. Все полезные ссылочки в описании. Дискорд сервер, Телеграм. Благодарствую вас. Плейлист тоже в описании. Каналы все Лордика Ромы и друга Лордика. По мемам. Если хотите, Ты подпишитесь. так долго это говоришь. Слушай, там нифига себе, там описание в 500 слов. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а с вами был Айрон и Вордик. И всем удачи, и всем пока-пока. Всем удачи и пока-пока.